Ой, слезы, огонь, пламя. Познакомьте нас еще с одной гостьей, которая скромная сегодня сидит из Лена Самары. Гуляева. А? Самарочка, да? Самарочка. Но если глубже копнуть, то не совсем. Все-таки корни у меня в Нижегородской области. Город Первомайск. Моя девичья фамилия Масеева. У нас пол Первомайска Масеевых. Так что всем привет, мои дорогие. Ну что, я знаю, что у вас тоже вся семья поет. И бабушка, и мама, которая лично помогала поступать вам в институт в Самаре. Ну что, споете нам сегодня, Лен? Да, да, да. Ну, так как я сказала, фамилия девичья Масеева, а сейчас по мужу. Я, как меня спрашивают, говорят, ой, это, наверное, псевдоним ваш. Я говорю, нет, это фамилия по мужу, Гуляева. Она еще на гармошке играет. Так что я к вам пригуляла. Ну что, Елена Гуляева. Ну что ж, я с гармошечкой. Ее хит, который разлетелся по всей стране. «Пой, моя гармонь». Зашла луна, и звезды ярко светят, и соловей ковром. Пойте каждую субботу вместе с нами.